Это не фантазия художницы. Это реально живший ребенок. Младшая дочь Петруса Гонсалуса или Педро Гонсалеса. Он родился на Тенерифе. У него с рождения был гипертрихоз, повышенный рост волос. Его случай считается первым зафиксированным заболеванием гипертрихозом. Ну, одним из первых. В 10 лет он попал ко французскому двору Генриха II. Короли тогда любили держать при дворе необычного вида людей, и в этом мы сегодня еще убедимся.